арендовать франшизу от компании «Шоу-Геру». Ого, что это такое? Это у нас компания так называется. В целом, удобно будет 1,5 минуты выделить, я вам все подробно расскажу. Да что-то «Шоу-Геру», это что-то типа девочка, что ли, или что? Это праздник у девушек называется, переводится, дословно переводится английского. Понятно, а я здесь при чем? Я вроде не девушка. Мы вам предлагаем франшизу, основанную на онлайн-трансляциях, где сотрудники общаются с другими людьми, соответственно, им платят деньги за общение, за взаимоподдержку, за, грубо говоря, переписку даже. Соответственно, они общаются, вы зарабатываете деньги. Угу, ну и что-то, да. Ну вот, соответственно, наши партнеры зарабатывают свыше 700 тысяч чистой прибыли за счет того, что у нас более 200 обычных сотрудников работают 24/7 исключительно на зарубежную аудиторию с высоким доходом. Почему 24/7? Бизнес ваш работает 24/7 365 дней в году, благодаря тому, что у них ночь, у нас день, то есть благодаря часовому поясу. Соответственно, они просто посменно выходят, общаются на прямых эфирах. А люди за рубежом заходят, смотрят их, общаются с ними, и им платят деньги за то, что они с ними общаются. Соответственно, на наш бизнес нужно уделять всего лишь час вашего времени, и этот бизнес действительно не привязывает вас к месту либо же городу, но никак не подвержен кризисной ситуации в мире. Вот вы сами про Японию слышали что-нибудь? Про Японию? Да. Ну, страна такая, я знаю. Что там слышать? Ну, соответственно, Япония, вот я имел в виду про то, насколько они много работают. То есть они очень много работают, и свои встречи с разными, с близкими, с девушкой, с парнем, они назначают за 3 месяца до. А в остальное время они сидят в онлайне, заводят дружбу в онлайн, девушку в онлайн заводят. Соответственно, они общаются прямиком в виртуальном мире. Соответственно, мы зарабатываем на этом деньги. Они общаются, заходят, общаются с нашими сотрудниками, делятся проблемами, находят, говорят о своих болях. И мы их в этом поддерживаем, и они за общение, просто за дружбу платят деньги. Поняли? Ну, я понял, но я японский не знаю, и я не девушка. Как я могу их развлекать? Смотрите, японский знать не нужно. Платформа, на которой мы работаем, оттуда протекает 1,5 миллиарда человек. Соответственно, они туда зачем-то заходят, значит, спрос есть. А касаемо именно вас, вы будете предпринимателем. Мы вам нанимаем сотрудников, мы их обучаем по тому, как общаться. Соответственно, они платят деньги, соответственно, на человека, на вашего сотрудника, за то, что он или она с ними пообщались. Соответственно, сотрудники у нас зарабатывают свыше 200-300 тысяч рублей, из них половина которых имеете вы. То есть я буду директором девочек, которых вы мне наймете, так что ли, я понял? Вы будете управленцем бизнеса, почему же директором? Вот, ну, управленцем, хорошо. Да, управленцем, мы снимаем вам квартиру, нанимаем сотрудников, обучаем их, соответственно, ну, понятное дело, с вашей помощью, соответственно, нанимаем администратора за процессом. Ваша задача уж как управленца следить за тем, как это все протекает, и, понятное дело, здесь вам ничем не надо заниматься. Это больше инвесторский формат, чем нежели то ремесло, где нужно прям самому во всем стараться. Такое ощущение, как будто я сутенером становлюсь, нет? Не, почему сутенер-то? Ну, вы же общаетесь, правильно? С кем? Ну, вы по видеосвязи общаетесь? Ну, общаюсь, да. Ну, телевидение смотрите. Ну? Ну, там прямые эфиры ведут. Разве я не сутенер, что ли? Не, ну я просто немножко не понимаю, в чем формат оказания услуг. Ну вот девочки там с Японии связываются, какие-то услуги предоставляют, развлекают японцев. Эти девочки находятся в моем управлении, я так понимаю, да? Да. Но... Они общаются, это не шлюхи, это девушки, которые общаются. То есть они общаются вот с человеком за рубежом, потому что у них нехватка общения. Есть люди стеснительные, есть люди, которые хотят выговорить свои проблемы, но не могут, потому что они находятся на высоких должностях. Потому что если они кому-то об этом скажут, это может им навредить. И множество людей с социальными проблемами, которые просто из-за внешности, из-за комплексованности не могут начать общение. Соответственно, они заходят, общаются с ними и за общение платят деньги. Ну, предположим, конечно, я сомневаюсь, что есть такие люди, которые хотят пообщаться, за большие деньги, да нет, только потому, я что... Я с вами абсолютно согласен, то, что есть формат, вы же право ВК имеете в виду, право OnlyFans, где девушки раздеваются, а там смотрят онлайн, и парни им платят за это деньги, вы же про это имеете в виду? Ну, я как бы об этом и так и понял, что шоу-герлс, как бы там девочки шоу устраивают, они там психологическую помощь. Пенсионерам и тому подобное. Нет,
не психологической помощи, ни в коем случае. Мы общаемся с ними, соответственно, они платят за общение. Японцам вообще достаточно общения с красивой девушкой, чтобы поднять свою самооценку. А что касаемо именно того формата, который вы говорите, мы им занимались. Это формат нюд. То есть, когда девушки оголяются, показывают сиськи-письки, и за это им платят деньги. Соответственно, у нас не так. Мы перешли на формат общения, толкинг называется формат. Когда вы в платформу заходите, там есть форматы, ну, на левой строке. Формат первый – оголение, второй формат – без оголения, третий формат – общение. Соответственно, самым популярным из этих запросов является просто общение. И мы перешли туда, потому что там денег больше, и сотрудников нанимать легче, и, понятное дело, заработок намного быстрее приходит. Вот и все. Ну, это я уже понял, что, короче, ладно, это проехали, а дальше что от меня требуется? Смотрите, я вам вот сейчас презентовал формат бизнеса, вам в целом как? Интересно было бы изучить и разобраться в этом во всем, да? А в дальнейшем вот бизнес такого формата, как наш. Ну, да, я как бы, ну, готов, слушаю вас. Что нужно? Отлично, тогда смотрите, мы как обычно поступаем с нашей определенной таких случаях. Да, я вам вообще предлагаю перейти ближе к делу, изучить нас. Узнать, кто мы такие, чем занимаемся, как работаем, а уже потом обдуманно принять решение об открытии нашего бизнеса. Хорошо? Ну, с удовольствием. Отлично, смотрите, у нас как обычно все это происходит. Я вам сейчас буквально 2-3 вопроса задам, затем уже у вас завтра наберет эксперт отдела развития компании Show Bureau, это человек, который сопроводил более 20 партнеров. Он вам как раз таки расскажет, как все устроено, какая ваша роль, чем он будет заниматься, и вам информацию направит. То есть он вас будет вести по проекту и на все ваши вопросы отвечать. Хорошо? Хорошо. Отлично. Первый вопрос. Я сразу сориентирую, у нас сумма проекта стоит 1 800 000 рублей. Это сумма прям на все про все. То есть это вот конечная сумма, которая требуется для запуска нашего бизнеса. Он окупается при окупаемости 4 месяца, 1 800 000 рублей стоит. Вот, в целом такая сумма для вас подъемная, если вам наш проект понравится. Ну, вопрос, конечно, очень интересный, но мне кажется. Кажется, знаете, вот да даже не в сумме дело, а дело в том, что вкладывать куда-то деньги и ждать, что они через 4 месяца окупятся, понимаете, это очень сомнительное мероприятие. А почему сомнительное? Ну, потому что здесь нет никаких гарантий, ну, вообще, как бы это... Нет, секунду, у нас есть гарантии, если вы не окупаетесь там в течение... 9-12 месяцев, про гарантию вам уже расскажем, то мы вам возвращаем ваши деньги. Понятно. А можно сделать проще? Вот раз такие у вас есть гарантии, в кредит, а потом из моих доходов возьмете в двойном размере? Нет, нельзя, потому что мы не благотворительный фонд. То есть у нас отдел запуска, его мы не кормим воздухом. Угу. Понятно. Вы понимаете, да? То есть, чтобы обучить сотрудников их нанять, им что-то дать, еще надо выбрать тех людей, которые вообще адекватные, а их очень мало, которые будут исполнять те задачи, которые мы перед ними ставим. Это огромная работа. Соответственно, этим занимается отдельная группа лиц, это отдел запуска наш. Соответственно, даже если мы возьмем кредит, там нам-то без разницы. То есть, если вы хотите кредит взять, то берите кредит. Но мы вот работаем в таком принципе, то что человек нам платит, мы делаем все, что это возможно, наше тело. Затем уже, если у него не получается, то деньги мы возвращаем. Понятно. А есть у вас примеры уже готового бизнеса, где бы я мог посмотреть, да, что конечно, вот работает? Конечно. Конечно есть. Почему-то вы подумали, что речь идет о вложениях. Речь не идет о вложениях, речь идет о вашей финансовой состоятельности. Вопрос таким-то образом и звучит. Если вам наш проект понравится, вот такая сумма подъемная, то есть понравится, имеется в виду, если вы поймете, что реально окупаемость, реально есть примеры. Не, ну сумму-то понятно, что можно найти, кажется, из-под земли достать, там, не знаю, почку последнюю продать, там еще что-то. Ну, это понятно. А вот для вас сумма подъемная без жертвований ваших почек? Но у меня их две. Ну, я шучу, что, шучу. Две почки? Две почки, да, ну понятно. Ну, было бы желание, деньги найдем, да. Ну, то есть у вас вообще собственных денег не имеется, но при огромном желании вы можете их найти, правильно понял? Ну, конечно, у кого-то что-то есть, у кого-то чего-то нету, там, что-то продать можно. Но чтобы что-то купить, нужно что-то продать, правильно? А у нас денег нету, как Матроскин говорил. Жалко, что у вас денег нет. Вы задаете вопрос или говорите? Да деньги есть всегда. Я имею... Ну, смотрите, вот давайте я вам задам вопрос. Вот у нас 1 800 000 рублей формат стоит, у вас 900 000 рублей своих в свободном доступе имеется? У меня есть
имущество, которое стоит больше денег, скажем так. Ну это понятно, а это же имущество, его нужно еще продать. А у нас реестр открывается только на месяц. Мы ищем людей, которые на месяц готовы. Ну, в течение месяца, естественно, я такую сумму из кармана не достану, скорее всего, потому что за бесценок продавать я не смогу. Ну, я вас услышал, Владимир. Ну, в любом случае, спасибо вам за общение, было прикольно с вами пообщаться. Всего хорошего вам, до свидания. Всего хорошего.